Юрий, начинаем свой репортаж. С какого озера? Усть-Удэ-Эрликхоль. Куда идем? На Изыксуль. Изыксуль. До нас еще же никто не штурмовал, Вер. Мы первые. Не то, что штурмовал, вообще там никого не было. Не, там камнепад постоянно. Это, с Бурятии же там спускаются же постоянно. Бурят. Да. Короче, мы с Юрой на шестой день наконец-то решили Изыксуль штурмануть. Без, ну, без этого отсюда уезжать просто никогда, друга. Ну все, поперли. Все наши ребята здесь остаются, никто не хочет с нами. Спасибо этому дому. Мы скоро сюда приедем. Ну все, дружище, поехали. Сейчас, подожди-ка, стой. Че, попробуем в Бурятию пробраться?
были там 2 километра и водопад непроходной, только обносной. Здесь из Иксук. Это сплавная речка с Бурятии или с Иркутской области. Люди сплавляются до Хамзары, до Тулы. С Тулы до Хакасии, потом на поезде опять в Бурятии. Вот сейчас попробуем. Мы первые, кто на моторке сюда заходим, это точно. Мне, наверное, заходил кто-то втихаря, не знаю. 7МК в режиме 50 кадров, никто еще не снимал.
Река Изыксук. Все продолжается. Штурман меняется. Точнее, штурман на водителя. Самое тяжелое проехал профессионал Юра.